Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо, друзі, понеділок, і розпочинається телерадіопроект «Між нами». Наші вітання, друзі, з вами в студії Юлія Кробець та Поліна Сніжина. Пляжі Кирилівки в будні заповнені відпочивальниками лише на 40%, а в вихідні – на 70%. У зв'язку з карантином бюджет громади недоотримав уже понад 11 мільйонів гривень, йдеться на офіційному інтернет-порталі Кирилівської селищної ради. Чи можуть стати місця відпочинку новими вогнищами інфікування? Як не стати жертвою психозу на ґрунті теми COVID-19? Про це та інше сьогодні в програмі. Долучайтеся до нашого ефіру, до ефіру Українського радіо Запоріжжя на YouTube-каналі, на каналі Суспільне Запоріжжя також можна нас дивитися. І не забувайте про те, що слухати нас можна на сайті zp.suspilne.media. Також працює телефон прямого ефіру 233-2011, код міста Запоріжжя 061. Друзі, радитися будемо сьогодні і з нашими гостями. У нас сьогодні лікар-анестезіолог багатопрофільної лікарні «Віта-центр» Іван Олефіренко. Добрий день. Добрий. А також психологиня Луїза Цвіткова. Вітаємо. Здравствуйте. Отож, якщо стоїть питання, перше за все, де відпочивати? Що краще обрати? Море, пляж, дачу, село або все ж таки залишитись вдома? Ну, ісходя із рекомендацій Всемирної організації і Міністерства здравоохранення, то, звісно ж, предпочтення потрібно віддавати містам, де менше всього скоплення людей. От, потрібно орієнтуватися на возраст. Обязательно, да, то есть если люди старше 60 лет, то все-таки лучше быть дома или на даче. Вот, если это как бы молодые, уверенные в себе люди и все-таки хотят категорично поехать отдохнуть на море, обязательно соблюдать все рекомендации, которые нам звучат сегодня со всех источников, не забывать, потому что карантин не закончился, он ослаблен, но, тем не менее, коронавирус по-прежнему опасен, и забывать об этом нельзя. Поговоримо про дітей, адже багато хто їде відпочивати з дітьми. Зокрема, от наші колеги так само взяли дітей, поїхали на море. Як пояснювати чи нагадувати про правила безпеки? Не будемо говорити про поводження поблизу водойм і безпосередньо у воді, а саме про правила безпеки ковід. Чи потрібна маска, чи потрібно триматися на відстані? Якщо хочеться познайомитися з кимось, погратися, як пояснити, так? Щоб дитина не злякалася и не стала відлюдькуватою. Это интересный вопрос, потому что сейчас дети, ну, все это слышат, да, во всем этом варятся и как бы задаются тоже вопросом, а не страшно, ну, что будет со мной, там, если вдруг у меня какой-то насморк или что, и вот буквально там недавно пример, ребенок немножечко простыл и переживает, что я слышал там при коронавирусе нет насморка, там, правда, папа, неправда, да, там, и ребенок уже переживает, не заболел ли он этим. И здесь важно понимать, что главное не пугать самого ребенка, да, своими вот ужасами, потому что его детская психика и так сама дорисует все кровавые кошмары, которые там можно дорисовать. Поэтому объяснять спокойно, что вот так, вот так и вот так, да, там, такие меры безопасности, что если ты хочешь с кем-то познакомиться, ну, как бы это возможно, но близко там не контактируй, да, не подходи. Это первый момент. Второй момент, нужно показывать собственным примером, да, что если мы, ну, ребенку говорим нет, то и сами мы тоже этого не делаем, потому что мы первые, кто, на кого смотрят дети. И такой важный момент, это самому быть в эмоционально спокойном состоянии, потому что дети, они очень чувствительны к тому, как относятся к этому родители, и если сам родитель переживает по поводу чего-то, да, у него там повышенная тревожность или что, то ребенок тоже это перехватывает и начинает об этом беспокоиться. Що небезпечніше пояснювати, в якому віці, верніше? Якщо дитина маленька, ти починаєш пояснювати, є ризик, що дитина дійсно злякається, чи якщо дитина вже доросла і може сказати: «Та, я і сам прекрасно знаю», тобто в шпики все прийняти?
Но объяснять нужно в любом возрасте, это однозначно, да, начиная там с самого раннего возраста, и ребенок, он все равно, даже если он делает вид, что он вас не слышит, он все равно вас слышит и все понимает, да. Второй момент, когда это уже подростковый возраст, и там проявляется там свой юношеский максимализм или что, я все знаю, ну окей, хорошо, ты можешь делать выбор сам, только я тебе объясню, что если ты пойдешь этим путем, будет вот такой, да, выход, если ты пойдешь этим, то будет вот такой выход, а дальше ты можешь принимать решение сам. Ну, то есть это про выбор и ответственность мы говорим. А якщо така інша ситуація, дитина добровільно пішла на самоізоляцію і майже нікуди не виходить з будинку, чи треба примушувати вийти хоча б погуляти? Нужно понимать, почему она ушла и не хочет выходить. Ну, то есть что-то руководит ей, да, и, скорее всего, это какой-то страх. Тогда важно проговорить с ребенком, почему, что тебя пугает, и если там, например, ну, какая-то конкретная ситуация, да, тогда ее прояснить, дать какие-то пути решения, там, почему это безопасно, там, да, ну, и так далее. Второй момент, чем она занимается дома. Если она там постоянно сидит в компьютере, то, конечно, это как бы не самый лучший вариант для самоизоляции, это первый момент. Вот. Ну, и если уже совсем прям, ну, какая-то там тревога и паника, ну, тогда давай выходить вместе, да, там, давай выходить с семьей, давай там держаться подальше от людей, если тебе там страшно, ну, то есть создать такие максимальные условия, договориться с ребенком, что, ну, прости, но не для твоего здоровья, там, 2 часа в день мы с тобой будем выходить, там, и дышать свежим воздухом. А якщо категорично ні, то чи примушувати? Скорее нет, чем да. Но, опять же, я же говорю, здесь важно понимать, почему категорично нет. Ну, то есть что-то руководит. Какой-то страх. Як правильно дізнатись, що саме керує? Тобто дитина може сказати, що ні, все нормально, я просто подивився там по телевізору, послухав радіо, і я знаю, що цього не можна робити, потрібно бути на самоізоляції. Тогда можна знайти інші источники, де говорять о том, що можна виходити на вулицю, да? Ну, то есть дати другой варіант развития событий. Щоб була альтернатива просто. Да, да, да. Ну, показати цю ребенку, потому что, возможно, и правда, он услышал что-то одно, и в это свято поверил и не знает, что есть еще и другие варианты. Это первый момент. Ну, а второй – это про искренность. Да, я понимаю, что тебе страшно, я понимаю, что тебя может пугать, и если ты хочешь об этом поговорить, я готова тебя услышать, да, сегодня там или завтра, или когда ты будешь к этому готов. Но я переживаю, что мы не выходим на улицу. На самом деле можно себя обезопасить. Я тебе вот скину ссылки, да, там, если это уже постарше ребенок, там, или вот давай сядем вместе с тобой почитаем, если это помладше. Ну, есть такая возможность, якщо поїхати в село або на дачу, то нею можна скористатися. І тут пояснити дитині, що це буде нормально, адже ти будеш так само на самоізоляції, але у бабусі чи на дачі. Так, да, вполне. Питання інше. Сонце. Зараз на сьогодні обіцяють дощ, але, в принципі, у нас дуже спекотні дні. Пам'ятаю, ще на початку карантину пан Іван говорив, що існують, ми говорили про міфи, існує міф, що коли буде спекотно, то коронавірус відступить. Зараз сонце чи таки мінімізує воно ризик зараження COVID-19? Ну, як бачимо по цифрам, які нам кожен день МОЗ декламирует, то в принципе мы видим, что все-таки ни жара, ни тепло, да, не влияет. То есть влияет только соблюдение дистанции, изоляция и так далее и тому подобное. Вот, поэтому солнце, да, действительно, оно увеличивает, ну, вернее, снижает выживаемость вируса, да, в окружающей среде, но опять же, соблюдение мер безопасности, дистанция, маски, личная гигиена – это все, ну, нужно соблюдать. Это то, что качественно предотвратит распространение инфекции. Про маски. У соцмережах люди дуже часто обурюються, що маски в спеку небезпечні, що вони швидко мокнуть, там розмножується патогенна мікрофлора і ризик зараження будь-якими хворобами не лише COVID-19. Це правда? Безусловно, маски – это не физиологично. Конечно же, в летнее время мы больше выделяем влаги с дыханием, поэтому, конечно же, маски быстрее становятся влажными. Действительно, это не гигиенично. Вот, поэтому их нужно просто чаще менять, либо покупать качественно лучше маски, у которых, ну, вот эти вот все их функции характеристики выше в зависимости от цены. Вот тут уже надо человеку смотреть по его материальным возможностям. И, конечно же,
Если вы идете по улице и видите, что рядом нет людей, то, конечно же, маску можно, ну, не обязательно одевать. То есть маски где обязательно? Это в местах людных, да, то есть заходите в магазин, обязательно одели. Там сейчас кондиционирование, там не так жарко, то есть, в принципе, маска будет дольше сохранять свои способности, защитные функции, да. Вот, поэтому... Как би. І напевно, що варто пам'ятати, як маску правильно вдягати і знімати. Тобто її брати конечно, за... Да, за петелечки знімати, за петелечки одягати. Тобто, важливо не касатися руками лица, да. Якщо ви в перчатках, то, звісно, перчатку зняли перед тим, як прикасатися к лицу, либо же обработали руки перед тим, як касатися к лицу. Да. Тобто, це все дуже важливі моменти, які... нужно соблюдать. То есть контакт слизистой. Через слизистой вірус попадає в наш організм. Поэтому слизистой защищать в первую очередь. Ну, то взагалі, ви згадали про рукавички. Чи варто на пляжі, якщо все-таки ми відпочиваємо на пляжі, ходити в рукавичках, в масках, антисептиками користуватися постійно? В этом нет такой нагальної потреби. Вот. То есть важно после пляжа мыть, да? То есть пока вы находитесь на пляже, не надо лезть в рот руками, трогать глаза. То есть это важные моменты. Опять же, вирус, один из механизмов передачи вируса является фекально-оральный путь. Вот. Поэтому вот эти вот грязные руки, это источник все-таки инфекции. Поэтому просто слідіть за своїми руками, шаловливими, не балуйтесь. У нас є коментар журналіста і письменника Віталія Бабенка, який щойно повернувся з родиною з відпочинку, і він поділиться враженнями про дотримання карантинних обмежень. Ми відпочивали з родиною в Генічеську, це Херсонська область. У родини, до якої зазвичай їздимо, вони здають кілька кімнат на березі моря. Якщо це в них зазвичай близько 6 кімнат, цього разу вони здавали лише 3, бо в них гостювали онуки, і діти їм заборонили приймати велику кількість людей у себе, щоб не наражати онуків на небезпеку. Маски – це поодиноке явище в місті. Якщо ти зустрінеш протягом прогулянки вечірню людину в масці, то це буде диво дивне. З закладів, які дотримуються вимог, що клієнти-відвідувачі мають мати на собі маску, це одиниці, буквально це відомі мережі крамниць, які є у нас в Запоріжжі також, ну і аптеки. Люди, які носять на пляжі їжу, вони без масок. Вимог щодо дистанції ми також особливих не бачили. Ну і загалом окрім того, що людей дуже мало в курортному містечку, а мало не через те, що, як мені здалося, люди бояться ризиків, а тому, що ще не налагоджений достатньо транспорт в цих карантинних умовах із поїздками, людей мало і немає такого галасу на пляжі, який ми спостерігаємо зазвичай. Ну і також мало родинних пар, зазвичай це літні люди або парочки закоханих людей. Можливо, власне, дітей побоялися так активно вести, як це буває зазвичай. Ми слухали коментар журналіста і письменника Віталія Бабенка про дотримання карантинних обмежень на відпочинку. 233-2011, друзі, код Запоріжжя 061. Долучайтеся до розмови, якщо вас цікавить, що і як зробити, аби убезпечити себе, якщо ви зібралися на відпочинок. Наш коментатор сказав, що носять їжу пляжами без масок, ті, хто продають. А взагалі, чи безпечно купувати їжу на пляжах? Ну, нет, конечно же. То есть там нет никаких вообще гигиенических, даже если убрать просто коронавирус, то, извините, там соблюдение санитарно-гигиенических норм равняется нулю. Вот, поэтому, ну, тут уже сугубо на риск и страх покупателя, который, в общем-то, доверяет таким производителям, назовем их так. Вот, а учитывая наличие карантина, да, то есть, конечно, это, ну, нет. Тем более, друзья, что, ну вот со слов вашего
комментатора, да, как бы он тоже не увидел там соблюдения этих мер гигиенических, защитных, да, поэтому, ну, нет, лучше обезопаситься. Друзі, говоримо із Іваном Олефірником та Луїзою Цвітковою. Якщо брати з точки зору психології, нам так хочеться інколи комфорту, тим більше зараз, коли спекотно, що обирати для відпочинку, особливо зараз, коли карантин, і начебто сонце допомагає трішечки так зменшити ризик ураження. Якщо їхати, все-таки що обирати? Приватний сектор, готелі чи наметове містечко? Ну, если смотреть на это с точки зрения психологии, то вот где вам спокойнее, то и выбирайте, да, как бы, ну, вот в свою очередь мы отдыхали, как обычно, да, на базе, да, там меньше людей, да, там соблюдаются эти меры, в общем, как бы, и все, и нам было комфортно, к людям мы не подходили, и все нас устраивало, вот, но если там у кого-то повышенный уровень тревожности, и вы прям сильно переживаете, что надо как-то себя обезопасить, ну, тогда в палатку, и, пожалуйста, там, в любом безлюдном місці, наслаждайтесь природою, отдыхом. А щодо тривоги, все ж таки, як заспокоїти себе і особливо близьких, які поряд і які з цього приводу дуже нервують? Во-первых, нужно признаться себе, что бояться – это нормально. Страх – это базовая эмоция, которая, собственно говоря, сохраняет нам жизнь, да. И если смотреть там с эволюционной точки зрения, там есть рациональный страх и нерациональный страх. Рациональный страх – это то, что мы видим, да. Например, если на нас бежит саблезубый тигр, то мы от него убегаем, и это рациональный страх. А если я прибежала в племя, говорю, слушайте, тут бежит тигр, мы сейчас все умрем, то вот все, кто меня услышал, это иррациональный страх, потому что они просто про это слышали. Но вот чаще всего мы сейчас подаемся вот этому иррациональному страху, когда мы вроде как бы знаем, что есть коронавирус, но никто его не видел, да, там условно говоря, там какие-то там такие нюансы. И поэтому нужно понимать, что бояться это нормально. Если я боюсь, то что я могу сделать для того, чтобы понизить свой уровень тревожности, да, как я могу себя опять же обезопасить, вот эти вот соблюдения всех мер для себя лично и понимать, что, ну, это меня должно уберечь. Анжела запитала, чи передається вірус, якраз їдемо на море, чи передається вірус через воду? Еще раз повторюсь, один из путей передачи фекально-оральный. Вот он как бы минимален и до конца не изучен, но тем не менее его не исключают. Вот, а вода, ну то есть там могут быть... извините, следы жизни и человеческой в том числе. Вот, поэтому после приема, ну, то есть стараться, опять же, чтобы не было контакта со слизистой, да, то есть это не нырять там. Наверное, лучше всего просто, если вы хотите освежиться, то, скажем так, без зануривания так. Вот. Кроме того, есть бассейны, да, где обработка происходит воды. Важно понимать, насколько это качественно, и в зависимости, да, разные отели по-разному к этому относятся. Вот. Но, в принципе, да, вода может быть источником, поэтому, ну, осторожней. Тобто мухи, комарі, кліщі, вони теж не можуть переносити коронавірус? Ні, це, ну, це такої міф, інформації так. Ні, да. Як не стати жертвою психозу? Ми почали вже про те говорити, як себе заспокоїти. А от на ґрунті ковіду, як не сіпатися від того, що поруч зупинилися люди? Як не сіпатися від того, що вони без масок? Ну, не кричати, не сваритися, спокійно ставитися не лише до себе і до оточуючих теж. Ну, это вот то, о чем мы начали разговаривать, да, понимать первоначально свою причину страха и как я могу себе в этом помочь, если это там меры безопасности, тогда их соблюдать. Важно понимать также, что у каждого человека есть свое мнение, и он каждый может по-разному к этому относиться. Ну и тогда доказывать кому-то что-то, ну, просто бессмысленно, да, и если ты понимаешь, что рядом человек, который не воспринимает эту информацию всерьез, а вы к ней относитесь серьезно, ну, тогда стоит вам принять какие-то меры, отойти от этого человека подальше, да, там, ну, или как-то вот себя обезопасивать там в более каких-то нелюдных местах и так далее. Поэтому, ну, к сожалению, да, так случилось сейчас, что у многих там на фоне вот этой вот такой навеянной, скажем так, в большинстве случаев паники, люди переживают, что что-то может случиться, и вот этот вот рациональный страх нами движет. С этим просто нужно разобраться, если самостоятельно не получается, то стоит обратиться к специалисту. Ігор написав, їхати навіщо на море, щоб купатися в басейні? Ну, как бы я ответил на ваш вопрос по поводу воды, а
меры безопасности, это уже ваше. Кто-то едет просто послушать шум моря, и, например, скажем так, экологическая ситуация и в Днепре, и в Азовском море, ну, желает лучшего. Поэтому, ну, здесь выбор каждого – купаться в море или просто побыть на берегу моря. Можна ще на березі Дніпра бути, тим більше, що є дозволені пляжі в Запоріжжі. До речі, питає якраз Катя, де краще відпочивати? Все-таки ризикнути і відпочивати там, де ти хочеш, чи лише на тих пляжах, які зараз дозволені? Адже там, де ти хочеш, може не бути людей взагалі. Не совсем понятно. Ну, я так розумію, если там нет людей, это вообще идеальный вариант. То есть вы, по сути, на самоизоляции, только в каком-то диком месте, я так понимаю, об этом речь, да? Ну, то есть, ну, нет проблем. То есть вы должны понимать о безопасности личной. Там, если там просто запрещено купаться, то, ну, как бы здесь опасность больше от самого места, которое выбрали, чем от коронавируса и людей, да? Вот, поэтому еще раз помним о мерах безопасности в период карантина, да? То есть дистанция не меньше, ну, 2 метров условно, да? Личная гигиена, обработка, і все буде добре. Щодо психологічної гігієни, нагадайте, будь ласка, правила, про які треба пам'ятати, якщо ми збираємось на відпочинок. Ну, опять же, вот мы говорим, да, про, если психологически, как подготовиться психологически, да, понимать для себя лично, куда я еду, комфортно мне там будет, некомфортно, как я могу себя обезопасить и тогда подготовиться к этому, да, ну, материально, скажем так, там, взять антисептики, маски там и так далее, продумать какие-то, ну, варианты, скажем так, отступления, если вдруг что, потому что мы там читаем разные новости, да, когда там какие-то вспышки и так далее, и насколько я там могу быть близко к ним или далеко и так далее. Вот такой нюанс. Потом важно понимать, если мы говорим, да, тоже о психологическом комфорте, скажем так, могу я рискнуть, да, или не могу я рискнуть, то есть у меня, ну, с кем я еду, дети это, взрослые люди, там, я сам еду, да, ну, то есть вот побеспокоиться о своем окружении. Ну и важно понимать, что если я действительно боюсь и мне страшно, то лучше вот остаться дома или найти какой-то более альтернативный способ отдыха, может быть, не там, где много людей, и в плане психологическом так о себе побеспокоиться. Иван цікавиться, я хочу взяти батьків і поїхати на море. Чи залишати їх там самих, чи залишатися з ними заради їхньої безпеки? І, можливо, краще відкласти наш відпочинок до осені? Возраст родителей важен. То есть, если это старше 60, конечно, нужно минимизировать риск контактирования с людьми. То есть, нужно понимать, что любой человек, которого вы не знаете, даже тот, которого вы знаете, потенциально опасен. Он может быть либо носителем, да, либо переболевшим, не знающим об этом, там как-то бессимптомно или вялотекуще. Вот, поэтому еще раз, в зоне риска люди пожилого возраста, да, то есть для кого опасен, особо опасен коронавирус, это люди пожилого возраста, это люди с хроническими заболеваниями, люди с избыточной массой тела. Вот, поэтому, ну, надо взвесить за и против. Ближе к осени, да, возможно, там будет меньше все-таки людей. Я не думаю, что люди, если пожилые, для них принципиально важно купаться там в море, да, где-то плавать. То есть температура не так будет. Во-первых, это не так жарко уже будет действительно, потому что людям пожилого возраста высокая температура. Прошлый раз мы обсуждали тему жары, да, то есть для них это тоже высокий риск. То есть, возможно, да, логичнее будет и безопаснее повести их в осеннее время, опять же, на берег моря, послушать морюшко, порадоваться жизни. У нас хвилинка. Аня цікавиться. Два питання в неї. По-перше, випрана маска чи захищає? І друге, маска – це суто психологічний захист чи все-таки дієвий?
конечно же, диевый. Это 100%. И, но у нее есть два направления защиты, да, то есть если человек потенциально опасен, да, он является носителем или он болеет, то он защищает окружающих людей от себя, как бы грубо это ни звучало, и человек, который все-таки здоров и не хочет заразиться, он защищает себя в первую очередь. Вот, поэтому маски – это, да, диевый способ. Стирать маски синтетические, одноразовые, ни в коем случае. Вот эти вот все респираторы, они тоже стирке не поддаются, то есть они только меняются. Натуральные, там, которые люди делают самостоятельно, да, нужно понимать слои, не меньше 7 слоев, и нужно видеть само состояние этой маски, и, ну, как бы, если вы ее 10 раз постираете, то, конечно, уже эффект защиты будет минимален. Власне, друзі, ось такі нехитрі рекомендації: залишатися спокійними, мати при собі маски, антисептики, не пірнати у воду, не занурюватися з головою і тим більше, я так розумію, не відкривати очей під водою, якщо ви все-таки пірнули. Вберігати дітей від того, аби вони так само пірнали, ковтали воду. Тобто бережіть себе, дбайте про власне здоров'я, про власний відпочинок і про власну безпеку. На цьому наголошували наші сьогоднішні гості. Івана Лефіренко, лікар-анестезіолог багатопрофільної лікарні «Віта-центр» та психологиня Луїза Цвіткова. Ми ж, Поліна Сніжна та Юлія Корбець, бажаємо вам залишатися здоровими, вдалого тижня і легкого. Побачимося і почуємося на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону. Думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».